У нас полеты все закрыты на сегодня уже. А завтра? Да, было так круто вообще, Макс. Тебе вот точно понравилось. Было очень круто. Там на GoPro такое у меня лицо, мне вот так все, вот так делалось, понимаешь? Делать там какую-то там бочку. Просто вот так резко. Там потом вот так. Вообще жесть. Прям вот очень круто. Наверное, каждый должен попробовать. Реально. Вот. Все. Я жду, когда мне подготовят кабину. Вань, перевожу. А там... Я хочу вернуться с пакетиком. Пакетиком, да. Я хочу, чтобы я вышла не с такими эмоциями, как вот девочки. Которые... Чтобы коленки тряслись. Да, а хочу выйти, чтобы вот такие нормальные. Макароны, там оливье. Это было круто! Давайте не будем, как тут первую фигуру делаешь, все. Еще, еще, еще. Уже сам, уже сопли текут, еще. Уже сам рукой ощупываешь пакетика. Смотри тут, что вообще творится. Все приборы. Все приборы. Здесь девочки еще забегают. Его альтиметр. Здесь все для дураков написано. Скорость. Высота. Да, по-русски. А это что, Гастон? Да, коробка автомат. Не ставить. На. Ой, я тут нажала что-то. Вылезайте из самолета срочно. Все, сломала самолет. Я сломала самолет. Куда? Я не понимаю. Все правильно, правильно. Сюда? Да. И вот так вот. На протяжении всего полета. Ага. Вам двигать его категорически запрещено, где бы он ни находился. Если он находится вот в этом положении, вам нужно взять палец, дотянуться до нижней кнопки, нажать, сказать и отпустить. Угу. Попробуйте. Вспоминай, как если будет... Учишь. Музыку! Тут как в часах. Большая стрелка показывает метр, то есть 100, 200, 300 метров. Маленькая уже указывает на километры. Указатель скорости, вот он, умножаем на 10. То есть 200, 250, 300 км/ч. Этот прибор должен показывать перегрузки. Положительные туда, отрицательные туда. Все остальное ненужные часы. Ань, сколько у нас времени полета? 25. Третий раз уже говорю.
показывает? А? Сколько показывает? Там, конечно, у меня такое лицо на видео. Народ! А? Что за связи? Батарейка села, все?